Всем привет! Поздравляю вас с окончанием каталога номер 16. И сегодня у нас стартовал каталог номер 17. С вами Лилия Донскова, и я буду делать свой первый заказ на свой личный номер. Не успел каталог начаться, у меня в команде уже 610 баллов, такие молодцы. Я накидала в корзину кучу всяких продуктов. И, кстати, у нас вышла новая акция, сейчас вернусь на главную страничку, покажу вам. Смотрите, внизу, когда делаете заказ, у вас вот тут вот появляется... Вот, какая скидка сегодня, открой адвент-календарь и узнай. Мы нажимаем, что же там. И смотрите, открывается такой календарь. Каждый день будет открыто по одному продукту. И сегодня у нас действует акция на мужской спрей для тела. Здесь цена показана без скидки. Я добавляю в корзину и перехожу в корзину. Я уже просто это проделала, процедуру. Теперь их здесь два, я один уберу. Смотрите, сколько стоит. Один стоит 456, но со скидкой по акции только сегодня 199 рублей. Это очень выгодное, кстати, предложение. Мне оно прям нравится, потому что хорошая цена на спрей, его реально можно будет кому-то предложить. Но я его включу во второй заказ, потому что здесь у меня уже 155 баллов есть. Я его убираю, просто для того, чтобы вам показать, его оставила. Вот, 150 баллов. Что я заказала? У меня в основном весь заказ для меня. И кое-что для клиентов. Сейчас покажу, что для себя заказала. Набор для защиты волос от погодных условий. Всего 263 рубля. Обалденная цена, поэтому беру набор. Может быть, еще надо взять, подумаю. Так, под заказ 2 смягчающих средства со смородиной по 71. Под заказ помада «Сияющий персик». А для себя беру 4 специальных средства с абрикосом. Мне очень аромат понравился, прям жду с нетерпением. Беру себе 2 набора ванили, корица и 2 для клиентки. Беру себе 2 пены для ванны. Мне так нравится дизайн и просто обожаю пену Oriflame, особенно новенькую. Обязательно беру набор яблоко и корица. Обожаю, каждый год его себе беру. Беру 2 набора авокадо, один в подарок, один себе. Мыло для тела, это для дочки, она его обожает просто. Мягенькое, кремовое мыло, такое оно, говорит, классно. То есть она у меня в основном вот этим мылом пользуется, ей оно очень нравится. Себе беру зубную пасту с травяным комплексом. Я очень люблю эту пасту, она у меня прям любимая. Тоже маску для лица с ягодами годжи и органическим овсом. Тоже себе. У нас уже один тюбик ушел. Очень маска понравилась. Очень понравилась. Она такая, она питательная, успокаивающая. Хотя, когда я ее нанесла, у меня было ощущение, что кожу прям согревают. То есть она с каким-то согревающим эффектом. Мне она безумно нравится. Очень нравится упаковка и эффект от этой маски. То есть она у нас быстро ушла, учитывая, что мы пользуемся параллельно. У нас, наверное, 5 масок открыто. Все, какие есть маски в Oriflame, наверное, у нас они открыты. И скрабы, и маски. Так, беру для дочки крем с папайей. Уже брала. Ей раньше очень нравится. Всего 95 рублей. Класс. Он, кстати, со вкладышем. Беру себе набор розовая нежность. Смотрите, какая цена на набор. 159 рублей. Бальзам и лак. Может, 2 надо взять. Ну ладно, следующий заказ включу. Беру 4 набора. Гель для ресниц и бровей. 4 штуки. И по 2 разные маски. Посмотрите, какие цены получаются. Одна маска 51 рубль. А один гель примерно 132 на 4. 6, что ли? Не могу. 8, наверное, 108 рублей примерно. То есть это очень выгодное предложение, поэтому я вам прямо рекомендую взять. У меня клиентка попросила 2 маски, то есть я 2 разные ей отдам. У меня останется 2 маски и 4 геля. Это просто, ну, бомба. Я гели эти люблю, все время их выписываю, дочка пользуется, я. Они прекрасно восстанавливают реснички, укрепляют их, цвет восстанавливается, упругость. То есть нужная вещь в хозяйстве обязательно. Так, под заказ румяна-бронзер в шариках. Это себе беру праздничную скатерть, 799 рублей всего. Очень скатерть понравилась. Дело в том, что она подойдет не только на Новый год, ее можно использовать в любое время года. Она такая нарядная, интересная и очень красиво будет смотреться под белой посудой. Я как раз белую посуду себе купила. В Oriflame собрала себе целый набор, и я думаю, это будет очень красиво. Беру себе 2 набора Divine. Новинку. Беру себе новинку туалетную воду Divine. Мне очень запах понравился. Знаете, даже несмотря на то, что нет пробника, а есть только ароматизированная страничка в каталоге,
Я эту страничку натерла, 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 и я понимаю, что она мне очень-очень нравится. И себе также беру тушь для ресничек в праздничной упаковке XXL, всего 159 рублей. Возьму обязательно. Так, почему-то мне не вложили открытку. Сейчас посмотрю, то, что мне не нужно, я откажусь. А, со скидкой 50% я беру платок с черно-белым принтом, но это под заказ, не себе. Так, wellness у меня есть, отказываюсь. Так, каталог номер один. Смотрите, цена поднялась. Были 7 рублей, каталоги стали 9. Пакетик мне не нужен, у меня их полно. И специальное предложение каталога, один продукт. Что я здесь выбрала? Я взяла парфюмерный крем для душа Мисс Джордани. А нужен ли он мне, если я набрала себе новых дивайнов? А я его, пожалуй, уберу, потому что у меня теперь будут наборы дивайн. Все, убрала. Так, 147 баллов. Сейчас что-то верну в заказ. Так, возвращаюсь обратно, и мне в заказ нужно будет сейчас что-то добавить. Сколько на 3 балла? Сейчас что-нибудь добавлю. Так, вот такое мыло мне нужно. Так, и еще одно смягчающее средство. Где оно смягчающее? Итак, 151 балл. Чудесно! Чудесный заказ. Теперь все проверяю. Все просматриваю, чтобы ничего не забыть. Ой, какие хорошие предложения в этом каталоге. Просто чудо. Так, все, меня все устраивает. Нажимаю «Далее». Здесь вот как раз предложение каталога. Если у вас есть скидка 50%, то это в самом-самом низу вот сюда нужно вбивать код. Код продукта, который вам нужен. Если вы вбиваете код, и он здесь вот не появляется со скидкой, значит, либо продукта нет на складе, либо он не участвует в акции. Пробуйте другой сразу. Нажимаю «Далее», проверяю место доставки. У меня доставка на дом, все окей. Доставка бесплатная при заказе от 4000. Оплата у меня будет перед получением с карты. Мне осталось нажать только «Оформить заказ». Итак, здесь проверяем. Ой, как приятно. Заказ 56 продуктов, сумма 6945 рублей, а к оплате всего 2778. Обожаю Oriflame. То есть у меня вот эта сумма, это заработанные деньги с общего группового товарооборота. Смотрите, как здорово. И осталось только нажать «Оформить заказ». Все. Первый заказ улетел на 151 балл. И попозже или завтра утром я еще... Нет, скорее всего, сегодня хочу вот эту вот скидку получить. Сделаю еще один заказ уже на Мишин номер. Всем вам желаю успешного каталога. Классного, предновогоднего, потрясающего. Пусть у вас будет много-много заказов. Показывайте смело всем каталоги. Я, кстати, сегодня новую клиентку нашла, отдала каталог. Так что я постоянно в движении. И вам тоже желаю не сидеть на попе плоско, а двигаться вперед. Потому что под сидячую попу доллар не подсунешь. Так что успешного всем периода номер 17. И с наступающим. Скоро-скоро уже прозвенят куранты. Поэтому надо поторопиться. Пока-пока.